Сегодня у нас такое знаковое событие, научный семинар, посвященный столетию Немцева. Андрей Юрьевич, какие ваши впечатления о семинаре, который сегодня прошел? Впечатления, конечно, очень позитивные. Было поразило количество поздравлений со всего мира, приветствий участникам симпозиума, да, от Вашингтона округ Колумбия и до Китая. Значит, Ильенков, имя его известно, и институт философии, ну это слава института философии, и сегодняшний симпозиум, так сказать, показал, что традиции, которые он заложил, они в институте философии живы и сохраняются. Спасибо. Андрей Ильич, вот мы в музее института подготовили выставку к столетию Ильенкова. Здесь уникальные документы, фотографии. Что бы вы могли сказать об этом вашем проекте? Ну, я, конечно, рекомендую всем специалистам и просто людям, которые интересуются историей отечественной философии, побывать в этом музее в целом и ознакомиться. Я здесь для себя много интересных новых вещей открыл. Вот. И хочу, конечно, выразить восхищение вот подбором материалов, да, которые показывают с разных сторон Ильенкова и в разные годы. Да, и, так сказать, весь его вот такой путь биографический здесь в этой выставке отражен. Да, отзывы на него, которые там доброжелательные, не очень. И вот его посвящение своему научному руководителю Теодору Ильичу Айзерману. Его первая книга Ильенкова, его тетрадь философская, где первые опыты его самостоятельные, научные, записаны. Ну, в общем, интереснейшая выставка. Андрей Юрьевич, вы ведете очень важный проект, вы издали собрание сочинений Ильенкова. Вышло уже 7 томов, и вы готовите следующие тома. Скажите, как успехи, каковы трудности, что нового нас ожидает вот в тех томах, которые будут выходить следом? Ну вот в 8-м томе работы по истории диалектики был такой проект масштабный, который Ильенков сам, в общем, инициировал или был среди инициаторов, и сохранились его наставления авторскому коллективу, среди которых, среди участников которого были такие люди, как Асмус, как Овсянников. Значит, но, к сожалению, этот проект руководил им Дыник, который к Ильенкову относился, так сказать, были у них трения, начинающие со времен МГУ. И, в общем, Ильенкова забраковали все его материалы. И, в общем, этот проект осуществился в 70-е годы под руководством Теодора Ильича, но без Ильенкова. Материалы по Спинозе, материалы по античной философии. И вот и все эти материалы собраны в 8-м томе. Все, что при жизни Ильенкова не вышло, кое-что публиковалось уже после его смерти, вот, но вот полный объем вот этих материалов, написанных им с 65 по 71 год по истории диалектики и докторской диссертации в этом же томе, вот, которая легла потом в основу диалектической логики книги, да, вот, можно ознакомиться с этими архивными материалами. И в дальнейшем планируется уже публиковать только архивные материалы, потому что все его печатные труды в предыдущих томах были собраны и изданы. А теперь архив – это очень большая трудоемкая работа. Я не знаю, с какой частотой я смогу просто издавать эти тома. Ну, всего будет, наверное, может быть, 12 томов. Да, 8-й том практически готов. 9-й это будет работы по общественно-исторической проблематике, там политэкономия, критика, так сказать, социализма советского, советской модели, да, и критика маоизма, сталинизма, там, который он маоизм рассматривал как продолжение сталинизма. И вот эти вот вещи. В следующем томе будут работы по педагогике, психологии, которых довольно много, и они почти не публиковались. То есть из них опубликована одна там 20-я часть. Вот. Была при жизни, я имею в виду. После смерти уже тоже, в том числе и нашими, вот, с Еленой Вальдовной, усилиями кое-что было опубликовано. Теперь будет полное собрание вот этих рукописей
по психологии интереснейших, которые прямо открываются такие истинные, можно сказать, неизвестная еще советская и современная, в общем, деятельностная, культурно-деятельностная психология. Какие идеи Ленка о качественной мире, перспективном будущем, и что вы хотели бы пожелать исследователям его творчества, которые придут нам на смену? Ну, я прям вот теряюсь в ответе, какие идеи. Мне кажется, что его психологические, вот эти вот психологические размышления, да, вам часто написаны для самого себя, они чрезвычайно эвристичны, плодотворны и могут, так сказать, многим молодым дать огромную, новую совершенно пищу для размышлений. И его работы на тему вот общественного идеала, заключения, как он говорил, общественного идеала в истории. Да, и, ну, диалектическая логика, здесь он бесспорный мировой классик, признанный во всем мире, тоже как бы нельзя не упомянуть, поэтому трудно ответить. А пожелать исследователям я хочу просто читать как можно больше и опираться на его работы. Превратить их в трамплин для собственных прыжков, может быть, в философию. Таким трамплином Ленка был для меня, вот, но теперь этот трамплин гораздо шире и больше, просто больше текстов. Да. Поэтому, ну, как говорится, вам далеких прыжков, товарищи. Спасибо, Андрей Дмитриевич. В этом году отмечается столетие выдающегося советского философа Эвальда Васильевича Еленкова. Он проработал в нашем институте всю свою жизнь. И в музейной экспозиции института его лично занимает свое достойное место. Вот это стенд о Великой Отечественной войне, и здесь мы видим фотографию времен Великой Отечественной войны, до которой изображен Еленков, и вот уникальная фотография, он в Берлине 9 мая 1945 года, вот на одном из правительственных зданий, на вершине этого правительственного здания, он среди победителей. И, конечно же, стенд, посвященный эпохе оттепели, его нельзя представить без Эвальда Васильевича Еленкова. Здесь фотографии, которые отражают его работу над стенгазетой института, которая была сосредоточием общественной жизни 60-х годов. И, кроме того, здесь есть другие уникальные экспонаты, в частности, связанные с интересом Еленкова к творчеству Рихарда Вагнера. Вот это вот, значит, его вступительное слово «Кольцу Нибелунгов», его рисунки. Вот выше мы видим карандашные наброски героев Валькирии Вагнера. А теперь вот мы перейдем к другому стенду, который специально был открыт к его столетию. Этот стенд специально посвящен столетию Эвальда Васильевича Еленкова. Здесь собраны уникальные документы, фотографии, артефакты, которые поступили в фонды нашего музея, нашей музейной экспозиции из разных источников. Они подобраны здесь таким образом, чтобы отразить все основные этапы его жизни и в то же время, чтобы, как это полагается, в такого рода экспозициях были представлены все типы документов или других источников, которые могут раскрыть жизненный путь человека. Вот выше мы видим фотографию Эвальда Васильевича Еленкова с его отцом, писателем Василием Еленковым, который был фронтовым корреспондентом, а Эвальд Васильевич участвовал в Великой Отечественной войне. Это вот роман «Газета» с одним из романов его отца и фотография Еленкова периода Великой Отечественной войны. Здесь уже послевоенный период. Диплом Еленкова, фотокопия, как мы видим, о присуждении ему степени кандидата наук. А это отзыв на его кандидатскую работу одного из сотрудников сектора диалектического материализма, в который Еленков поступил работать. Очень характерный отзыв, где говорится, с одной стороны, в рукописи много отдельных фраз, преувеличенно оценивающих Гегеля. Это надо устранить. Это отражает
и положение Ильенкова в советской философии, и споры по поводу его идей. Но в целом, пишет рецензент, я расцениваю данную рукопись как интересную и полезную, дописываю с позиции марксизма. А это вот уже следующий этап. Документы, отражающие его докторскую диссертацию, посвященную проблеме мышления. Это отзыв из Ростовского университета, подписанный завкафедрой Ростовского университета Потемкиным. С Ростовским университетом у Ильенкова были очень добрые отношения, и многие преподаватели философского факультета Ростовского университета разделяли его диалектические идеи. А это текст выступления профессора Розенталя, который он подготовил для защиты докторской диссертации Ильенкова. И он здесь совершенно справедливо пишет в этом тексте, ну, он по болезни не присутствовал на защите, но вот представил в письменном виде свое выступление, что в философии, в принципе, в мировой философии есть, вот, можно выделить два таких фундаментальных направления. Одно, ориентирующееся на формально-логическое понимание мышления, и другое, на диалектическое. И вот Ильенков яркий представитель второго из этих направлений. Вот книга «Диалектика абстрактного и конкретного в капитале Маркса». Это, ну, по сути дела, диссертация Ильенкова, сокращенная и преобразованная в книгу, с дарственной надписью Теодору Ильичу Айзерману, который был его научным руководителем. Это очень интересная надпись. Здесь сказано: «С благодарностью за то, что он заставил меня читать Маркса». Вот. Это диплом, фотокопии диплома об окончании Московского университета. А вот это вот фотокопия диплома о присуждении академику Кедрову и Эвальду Васильевичу Ильенкову премии имени Чернышевского Академии наук за его работы в области мышления. Вот это вот уникальный экспонат, это конспект того самого семинара, который проводил Ильенков в 1954-1955 годах на философском факультете МГУ, который посещали многие наши выдающиеся философы, и Владислав Александрович Векторский, и Нелли Васильевна Трошилова, и другие. И, по сути дела, этот семинар сформировал целое поколение философов, которые вот и до сих пор работают в нашем институте, задают тон ему. Вот. А это вот тетрадь руководителя семинара Ильенкова, куда он записывал те идеи, мысли, которые он на этом семинаре рассказывал. Это вот документы, связанные с работой уже Эвальда Васильевича в Институте философии. Он вынужден был сюда перейти, потому что вот его преподавательская деятельность встретила определенное сопротивление на философском факультете вот в середине 50-х годов. Это план работы научного сотрудника Института философии. Вот можно видеть, что он заполнен перьевой ручкой, а не шариковой. И поэтому частично текст выцвел, но это добавляет определенный аромат времени, когда мы на это смотрим. Отчет о работе еще младшего научного сотрудника Ильенкова, 59-й год, вот, где он пишет о своих публикациях. А это вот тоже интересный образчик, так сказать, литературной продукции сотрудника Института философии, ответ на письма трудящихся. Вот. В то время люди писали вот в Академию наук, в Институт философии, задавали свои вопросы, и сотрудники вот отвечали на эти вопросы. И вот эти документы, они, конечно, может быть, имеют меньшую ценность, чем статьи и книги, но по ним видно, как вот такой человек, как Ильенков, формулирует те или иные мысли, как мы как бы вот в лабораторию, интеллектуальную лабораторию философа попадаем, когда вот мы смотрим, читаем такого рода документы. Вот это уже фотография Ильенкова 67-го года. А это, значит, его отзыв на доклад профессора Ларского, подготовленный к Международному гегелевскому конгрессу, где он высказывает свои критические замечания. Известно, что с Ларским и Ильенковым были разногласия по поводу того, как понимать диалектику, логику и другие проблемы философии. И вот эта часть нашей витрины, тут, может быть, ее не очень хорошо видно, вот здесь
личный листок по учету кадров с редкой фотографией Ильенкова, которую вот я не припомню, чтобы она публиковалась, поэтому очень интересно на нее посмотреть. Выступление Ильенкова в прениях по докладу академика Фока. А академик Фок физик, и вот Ильенков с большой заинтересованностью участвует в обсуждении этого доклада, а как раз Фок принимал участие в острых спорах между теми философами и физиками, которые были за и которые были против квантовой механики. И вот позиция Ильенкова здесь в поддержку Фока. Вот. А это тоже уникальный документ. Это тезисы Ильенкова по поводу так называемого Заворского эксперимента со слепо-глухонемыми детьми, который вот до сих пор активно обсуждается в нашей научной литературе. Вот это вот подлинник его выступления по поводу вот этого самого Заворского эксперимента Соколянского и Мещерякова. А вот первая страница большой рукописи Ильенкова «Понимание абстрактного и конкретного в диалектике и формальной логике». С правкой автора. И кроме вот этих исторических документов, здесь представлены и вот те работы, которые наш институт выпускал, изучая творчество Ильенкова. Это, во-первых, книга, посвященная ему в серии «Философы России второй половины XX века». И вот только что вышедший мартовский номер журнала «Вопросы философии». Это тематический номер. Здесь большой раздел, посвященный идеям Ильенкова, несколько статей, в которых рассматриваются различные аспекты вот этого творчества, этого выдающегося философа. Выставка наша будет работать еще где-то в течение месяца, поэтому можно прийти, посмотреть самому и заодно посмотреть и весь наш музей.